Так. Затрат, наверное. Тогда уж. Шатрат. Вот что ты хочешь? Ну, этот квест делать, который на Ренегата. Тут же А, да, Альянс. это шатрат тогда. Так. По-моему, куда и называется. А я тебе стрим включу, если что, вдруг надо будет. Так, экраны, стрим. Я, кстати, по твоему гайду этот квест на палку делал. Ага. Ну, его больше всего смотрят этот гайд. А, шикарный. Такой гайд. Такой себе. Так, где тут? Штормград. Штормград, да? Или в Шатрат, подожди. Шатра. Здесь этот моб начинает. Потом кадай. Я помню, вроде бы. Так, где он находится? Вот где я стою. Ой, это перчу. Ой, а где ты стоишь? Восток. Восток, восток, восток. Блин, на карте что-то не видать. Так где мост этот длинный? А, вон на мини-карте все увидел. Непобедимый, коняшка, моя любимая. Ракета! Как тебе такое, Илон Маск? Но ракета, наверное, круче. Она же может и кого-то возить. Она, в принципе, падает только с шкатулки этой, которую раз в день можно зафармить. То есть у меня было 14 шансов. Так, хочу стать ренегатом, нажимать, да? Видимо, да. Так, взял. Так, что он тут? Тернистая долина. Найдите Халберт Даффи, Майор Скотча в таверне. Старый моряк в пиратской бухте. Так, пиратскую бухту. Это как до туда добраться быстро? Видимо, выжженные земли, может быть, типа, Так. который Шкаражан, наверное. Угу. Так, это нам какой портал нужен? Он тут есть выжженный? Или подожди. Штормград, допустим, и там сразу будет портал в выжженные. Так, Подгрет Штормград. лучше, нет, Подгрет, это Орда, ё-моё. Так. Короче, там сразу приходишь. Я тут в какой-то комнате, не знаю, тут портала нет пока. Так, а Там ну-ка. вниз чуть-чуть спуститься. Так, а где тут вниз? Ой. Тут 50-50, либо туда, либо сюда. А, надо в эту фигню заходить. Да. О. Так, оп, попал. Я думал, это стенка. Вот он, портал. Блин, играю, как все забыл, короче, что как делается. Тебя, надеюсь, PvP режим выключен. Так. А что могут? Так. Режим войны. Маневр Охота за включил. головами. А где он? Режим этот. Вот, прям нажми режим войны. А вот режим войны. Да, и написано, наведи на него, он у тебя. И режим войны включен. Все, тебе пиздец. Ну, доеду, наверное. Да едешь, нормально все будет. Тут уйдет так много их встречается. Так, это что у меня? Сова, хил и мишка. Так, что мне тут в сумках? Блин, на доны надо ставить. Так, какие-то есть шмотки непонятные. Всякое барахло. Голды 3000. А у Д сколько? Д 100 тысяч. Ты что-то маловато, да? Застал ли ты такой момент, когда за ОД переводили в голду Нет. ювелирными камнями? Mm-mm. Там, помнишь, за 50 ОД там аметрины, вот эти оранжевые, зеленые какие-нибудь камни. А, ну да. А сейчас Вот. они еще. Тоже 50 ОД, вот. Но их продаешь вендору, они дают 12 голды.
ветер чисто. Вот, а, допустим, то есть... я вот лично фармером так, да. То есть теперь аукцион не обязательно? Ну как, все равно как бы нужно. То есть если тебе нужны баснословные деньги. Но я лично, помнишь, у меня на всех персонажах Темный Феникс, который 200к стоит. Вот у меня своя тактика, так сказать, по фарму. Во-первых, не торопиться никуда. Вот. Поэтому, если нужно будет, имей в виду, что вот эти 100 тысяч ОД, это, в принципе, неплохая сумма будет. Мишка. Так, а куда я еду вообще? Типа в Каражан. Этот, будто бы. Так, это вот сюда надо через Сумеречный лес, да, ехать? Да. Боевой пропуск застал? Что-то у меня там где-то появилось, какой-то пропуск там. А где он тут? Приключения, магазин, где? Вот глазик зеленый, поиск группы. Так, поиск группы. Ага. ПВП. ПВП. Боевой пропуск. Ну, вот тут какая-то задание. Вот, значит, ежедневные обновляющиеся, их один раз ты можешь бесплатно заменить. И вот эти вот крупные, так сказать. И награды, там, монеты Джули, там, что-нибудь, ерунда какая-нибудь. Ну, я не сильно фанат. Я тоже не сильно фанат, просто иногда попадаются удачные, на которые ты не тратишь много времени. Так, допустим, тот же самый, вот видишь, в чате собирают Малара, это четвертая категория, босс. Ты иногда у тебя выпадает в боевом пропуске его убийство. 5 минут позора и получил свои ППшки. Какой-то Рога едет. Первая категория. Хони и Бонни. А это ты? Конечно. Ё-моё. Я думаю, что он мне писты не дает. Ну, я вообще, в принципе, не люблю World PvP. Поэтому всегда с выключенным хожу. А, то есть у тебя выключено, я тебя бить не могу, а если было бы включено, мог бы бить. Да. Прикинь, если бы ты забыл выключить, я на тебя напал и еще пизды бы дал. Не, Мишка не продамажит. Че, может точку полета открыть? Давай. Правда, от нее толку не будет, если ты ренегатом все-таки будешь. А, ну да, тогда нафиг надо. А ты, кстати, ты же ездишь из-за бонусов скорости, из-за гильдии. Ага. Прикольный маунт, дирижабль такой. Он двухместный полет даже. Надо брать. Давай, пока. А ты нам говоришь, Лиль? Да. Все. Керамист. О, вагон. А? Вагон! Вагон. Какой вагон? Мне так нечестно. А куда она ушла? Привет. Привет. Не знаю, вот как нечестно и ушла. А, во, вернулась. Привет. Привет. Лена? Со мной не разговаривала. Лолита? Да? А не, кидала. Да, ты начинаешь, так хорошо все было. Да-да. Хорошо все было, когда мы хилили все разом, весело и дружно. А не когда ты меня кинула, короче, с токсиками. Ну так ты должна их поставить на место. Кулачком стукнула и сказала, либо вы хилите, либо я вам крест дам. Ага.
Поставлю тотем на вашей могиле. Да-да-да, именно. Что-то полкарты проехал, нифига не открылось. Только темнолесье. Там же такая схема, А куда что вы надо летите? шаг влево, шаг вправо сделать, чтобы открылось. Мы едем делать ренегата, чтобы я вступил в гильдию. Это вы столько часов ренегата делаете? Там же дело Нет. на минуту. Нет, мы только начали ехать с выжженных земель. Да, только скачался клиент. Это же так. Я не Как ты играл. его сюда заманил? А, ну ладно, хорошо. Сказал, приходи, у меня тут вечеринки с полуголыми девушками. Да, он... Лолит, раздевайся. Даже не сейчас. Я говорю, ну ладно, так и быть. На такое я согласен. Блин, записывал видосы RDR 2. И, короче, через этот, через OBS. Там какой-то фильтр есть, который шумоподавление включает, прям хорошее. Я не знал, короче. У меня записывалось с шумами, там шумит системник, там. Ну, тихо шумит, но все равно слышно. Фонит. Как щелкаю мышкой, слышно. Потом поставил этот фильтр. Не знаю. Тупая моя голова. И, блин, послушал, так классно стало. Потом надо будет еще что-нибудь позаписывать. О, руины Мизяка. Мизжа. Ой. Я там на завтра подписалась, конечно. Но я не знаю, что буду у моей светлой. А на завтра? Подписалась на РТ. Подожди, а какой? Завтра четверг. А нужно завтра разумеет РТ. Нет РТ? Ну, нет. Там... Маргоша завтра день рождения, мы без РТ по плану остаемся. Ну это буталка РТ какой-то, я так понимаю. Да, скорее всего, типа хиджала какого-нибудь. А, не, ну хиджалцы нормальные РТ. Это ты думаешь, нас поведут в это? В льду? Так и написано, в принципе, РТ в льду. Ну да. Ну ладно. Я планировала Unrown забрать свой щит, ну ладно. То як історіма? Да. Да? Ты думаешь, он спаде? Он падал одно КД назад, так что ближайший год можно его не сдать. Так, да, да, закрывают, да. Я типа закрываю. Він спав же шаманчу питамені, все, забудь його. А, он петарда его себе выбил, кстати, на днях. Ну, вот он у тебя его забрал, что ты прям... Это... Он его остролил, ну прям да. Забрал, он его остролил. Подбираешь слова. Лимит на щит закрыт. Вырвал из рук. Неправда, он его честно стролил. Ведь ты как ждать этот год, можно его не ждать. Питаться там ЕП дохлеб. Я не думаю, что мы в льде что-то по ИП будем забирать. Скорее всего, по ролу. Ага, по драке. Або через постель. Мне на три спека... На три спека надо кожу мне, короче, на мишку, на четыре даже, на кота, на мишку, на сову. Ролл по одному спеку идет. И нерду. Угу. Ну, я думаю, там всех... Забудь. Всех этих классов не будет в рейде. Ну, вот, друида там не будет. Ты думаешь, друидов рейда не будет? Смешно. Полурейды друидов чисто. Понятно, я понял. Ну, лет через пять оденусь тогда. Не, ну что, друиды у нас Азулис, Тималейн, они уже одягнут. Бессонов. Азулис, Тималейн, Бессонов сказал, что должен вернуться сейчас. А кто еще на друиды? Марго, если зайдет на миску, тоже друид. А она одягнута. А ну вдруг она решит тебе дерево собрать? У нее, по-моему, дерево не одето.
Ой, я тебя прошу. Я зайду деревом, так уже будет. Вот давайте я зайду деревом, так уже будет. Пошлите все деревьями. Тоже ну, делаем вид, что не отдавать лут. Так, где тут этот квест? Ну, слэш-таргет, наверное. Я была надо... под деревом. Там же надо найти двух этих мобов. Вот, короче, я пришел. Что угодно. О, отлично. Так, выпейте 3 бутылки пойла. Это можно. Да, хорошие квесты, чтобы стать ренегатом. Мне нравится. Я тоже такой хочу. Так, бутылок пойла выпито 1 из 3. Продолжаем вечеринку. Так, подожди, что-то не то. Сейчас, секунду. Надо снять шмот. Так. Я, взагалі-то, уже уходила, попрощалась, то думаю, что ты пришла. Ну, я только закончила работу. И то, как сказать, закончила. Я просто бросила, что нахрен и ушла. Достали. Денис, ты смотришь? Это непотребство. Так. Шмот снял. Пуху тоже снять, чтобы не заслоняло. Вот так. 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 Вторая бутылочка прошла. Вот так, что-то в глазах уже потемнело. Третья бутылочка. Так, что сдавать? Так, заставьте гориллу в тернистой долине бегать за вами, но не дайте ей приблизиться достаточно близко в течение минуты. Так. Что за квесты? Это что-то жесткое. У меня были квесты «Убей 10 мобов», вот ты, ренегат, пожалуйста. Так, ну я пошел гориллу искать тогда. Ой, дождик еще идет. Интересно, правильный ли я выбор сделал, что друидом играть буду? А, ну, как тебе сказать, помягче. Ну, учитывая, что вы сказали до этого, что у всех там друиды есть, все спеки. А, просто деревья сейчас практически не хилят. Котов сейчас кастрировали. А мишек, в принципе, ну, мишку только если сделать, ладно. У меня мишка есть как раз. Не, ну и залито совы тоже такие нихреновые. Совы, ну блин, совы. Ладно, там мишка нужна такой, чтобы он держал агро этих 300-х. Простите, там мишка нужен. Ну, постепенно. Сразу-то не будет нормальное агро. Шмот надо надеть. Пока в сову, наверное, лучше будет. А сова там ужасная. Мне кажется, сейчас и стоп кастрируют тоже. Так, а что делать-то? Так. Старая горилла мглистой долины, да, вот это? Так, и что надо сделать? Надо сагрить как-то и бегать, да? Наверное. Господи. Она меня ударила. А, ну все, ты проиграл. Проиграл? Там сказано, чтобы она тебя не догнала. А как сделать, чтобы... Как отслеживать квест? Понятия. Так, возьмешь и отслеживать. Я все-таки пришла. Не знаю, ну побегаю. Там сказано, что нужно на лошади от них кататься, но я сомневаюсь, что это критично. Ну я пока в форме кота бегаю. Не знаю, просто таймера никакого нет. Поэтому непонятно. Сейчас еще с зоны этой, где она стояла, выйду, она еще тагрится. О, засчиталось. Так. Теперь что, к этому типу возвращаться? Да. Ну и квест.
Так, подожгите фитиль в декоративной пушке. Это, вернее, старый моряк. Где этот фитиль? Я даже не знаю, где этот фитиль. Так, тихонечко, тихо. Не шумим, подожди. Оле, как слышно? А, во. Раз, два, три. Раз, два, три. Так, ну я что-то поджег фитиль какой-то. Опа. Кстати, какие у тебя там квесты висят? Квесты. Ты же помнишь, что там ограничения, то есть какие-то квесты там сбрасываются и прочее? Не, не помню. Ну, уже что-то сбросилось. Ну, тут вторая категория. Приключения новичка новой расы какие-то. Погоди, ты уже все сделал? Не, да? Ну да. Теперь я ренегат. Так быстро, раньше что-то прям долго было, мне кажется. Вот видишь, 50, 0 из 50 осколков на палку. Так, куда мне телепортироваться, чё? А, вон еще. Ты еще не обучен орочьему языку, поэтому я тебя пригласить пока не могу, говорит. А где обучаться? Так, куда мне? Вот оно, видимо, в чем дело. В бухту там торговцев он... надо, да? Сейчас я протонусь. Я все делал квестами. Но говорят, там какие-то книжки дорогие есть. Там... Они недорогие. Там эликсир. Ну, да, ладно, там же эликсир на какое-то время нет, есть. Там еще книжки есть. Эликсир, по-моему, это для посещения Долорана, скорее всего. И на эликсире ты начинаешь понимать. Эликсир тоже, да-да-да. Да, все верно. Есть одноразовый, есть типа... Книжка. Оля, как слышно? Вот я только что надела наушники, только вас слышу. Наоборот. Всё, слышно, вроде более-менее. Так вот, ренегат — это боль, страдание и мука. Поэтому... Да. Учитывая... Правда. Просто здесь удачный случай подвернулся, поэтому я предложил. Ну... Так, а нахер он нужен тогда? Не знаю, просто ты говоришь, почему я так редко захожу на Навара? Потому что я в основном играю на ордынских персонажах. У меня их получается 4 ордынца, один ренегат. Слушай, ну... Это правда, ренегата удобно. У тут тебя есть какой-то персонаж тут? Потому что я когда играл, тут был один сарай, а сейчас я не понимаю, тут какие-то куча всего. Куда идти? Так, Саш... Помоги, человек. Я... И, в принципе, у меня тоже. Потому что что нужно там... найти? Короче, бухта торговцев. Надо какому-то человеку подойти. Что тебе надо? Как он называется? Надо эликсир, который языки, чтобы пати приглашали. Ну, это, наверное, в Долоране. Влетай. Нет, влетай вверх. А, теперь смотри вправо. Ладно, влево теперь тогда сюда смотришь. Вот, видишь, труба торчит из земли. Закрой пункт, блин. Так, труба из земли торчит. Вон она, правее. Правее. Закрой сумки. Закрой ты, блин, сумки свои. Правее, правее, правее. Правее. Вон, прямо. Вот, стол, левее. Вот она торчит. Смотри ты в землю, блин. Вот, да, влетай вниз. Приключения. А теперь поворачивайся назад. Вон там, нет, вон, видишь, под шатром, дяденька, по-моему... Вот, этот дяденька по шатрам, по-моему, он продает книги. Mm-hmm. Да. Ну, мне надо вот этот эликсир, наверное. Ой. Господи, это же надо что-то еще с записью делать, с учетной. Да, сейчас разобьюсь быстро.
Что-то через почту. А мне что надо делать? Ладно, пока проверим. Дети кукурузы. Как я додумался тренейку сделать? Так, теперь купить эту бутылочку надо. Блин, аддончики надо ставить. Так. Давай, что там? 20 куплю, пускай. Так, одну выпью. О, меня куда-то пригласили. Нет, я. Гильдия. Так, смотрим. 100 участников. Показать отсутствующих. Копытка. Мать. Якуб. Батька топоров. Денис, а что вы закрываете? Ну, ваша гильдия. Вот черный храм, 3 босса. Хеджал, само собой. Ну и, в принципе, у нас вот вершин это вот черный хеджал. Черный храм. А что-то выше есть, что ли? Да, можно больше боссов закрывать там. 4-5. 5 боссов доступно сейчас или 4 только, Саш? Нифига себе, слушай. Мы сегодня третьего босса строили. Третий босс, как зовут его? Ну, он по-разному, там реликварий может быть это. Может быть Акама какой-нибудь, может Терон. Так, что там? Сейчас в батл зайду, не помню. Как он зовут. Мне как-то можно писать себе заметку или на название какое-то? Вообще, даже я не могу. Только мать может? Или Якуб, да. Ну их сейчас нету, да? Так, ну тогда сообщение напишем. В трёпе, да, можно написать? Да, в принципе. Так, как там ее? Мать? Марго. Марго. Мар. Вот, копытка. Денис, а этот черный храм, это в атласе как его найти? Так, рейды. Так. Черный крусейд. Черный храм. Черный крусейд. А, угу. Слушай, а почему у меня не нажимается? Ну, оно багается часто. Нажми, пропиши релоуд. Понятно. Не помогло. Ну, блин, как этого босса, который надо как на Ланателе лужи разливать? Вот этого босса мы травили сегодня. Ты за Мелика играл вообще? Да. За Мелика лужи разливать. Ты про Хиджалы или все-таки про Черный храм? Я про черный храм, я тебе нет, я уже не разливала, не бегала, просто тебе, чтобы ты понял, что это за босс. Мильки там не бегают, не разливают, там только РДД разливают. Да-да, Супримус. Супримус? Блин, слушай, по-моему, у него было два слова в названии. Короче. Похер. Вот мы сегодня его отравили. В принципе, прям так это первый раз, и сегодня прям очень даже успешно его отравили. Тактику быстро все поняли. Все быстренько это... Ну, не убили. Но, короче, цель была до третьей фазы, чтобы не было ни одной смерти в рейде.
Ну, так и получилось. И у него берса вообще рано, у него берса 6 минут. Тогда это не Супремус. Супремус бьется 15 минут. Ну вот. А что там в черном храме? Несколько боссов служим. И у тебя... Шмот у тебя скромненький. Я не знаю, на какого босса ты ходила. Получается, лужи разливать. Возможно, это был четвертый босс Хиджали. Блин. Да нет, ты чё, я ж не совсем идиотка, рейды перепутать. Черный храм, но лужи разливать, как на отеле. А это прям ваш гильдейский, да, сбор был? Да. Сейчас я посмотрю. Ну и что мне делать? В плане? Чего хочешь? Так. Вот я стою в этом сыром подвале, в каком-то бухте торговцев. Что мне... Так. Наверное, аддончики надо. Что ты хочешь? Я хочу, что я даже... Хочешь? Я даже не знаю, что я хочу. Ну вот я в форме мишки. У меня этом левел 275. 275? Ага. Денис, пойдем куда-нибудь его сводим. А что, сейчас, что ли? Нет? А куда можно сходить? Да куда хочешь. Куда его можно сводить, Денис? Сейчас прямо подумаем. Сейчас. А в ульде десятки что падает? Очень херовый шмот. Херовый? Но там диклик. А, он там по 277 падает? Вообще, наверное. А, ну да. Лучше 25-ка, наверное. Мне, наверное, в Ульде нужен с Ульды 25-ки шмот. Ну, с Геры. Угу. Ульда за ИСОК у тебя сейчас надо. Страшно так. Мне страшно, я боюсь. Ульда даже... Ульда... Тебе даже там эти... Ну, сет тебе ранут оттуда. Эти тринки там можно... Ну, короче, нон-сет с Ульды. Ну, да. А сет тебе надо за ИСОК. 277, это у тебя сейчас этот, который сет, у тебя сейчас 277 левел, да? Да, у меня получается Т5, вот этот сет. Угу, ну вот, тебе нужно заезд ока. Надо же еще смотреть, будет капы всякие, вот это все. Ну да, естественно. Ну, на сет-то не надо капы смотреть. Ну, мне, видишь, на мишку. Вот, мастерство кап есть вроде. Все это и есть. Вот он жил как бы в единственном экземпляре. Там не надо смотреть. А вот нонсет, понятно, да. Ну. Угу. Короче, тебе надо печеньки с ИСУК. 4 там штучки. Ой, а что ты... Идол плачущей луны. Наверное, какой-то идол есть, который на мишку, да? 290-й. Есть. Надо посмотреть. Так, а мне нормально, чтобы камень, короче, в бухту торговцев был? Или куда мне сделать его? По-моему, ребята могут только туда, да. А, ну да. Так, что я зачем хочу? Ты вообще ренегата сделал? Ну, у меня, видишь, у меня на Альянсе был персонаж. Я был раньше на Орде, потом на Альянсе переводил. А я переводил... А нафига тебе ренегат? Вообще, в чем выгода ренегата? Чтобы в гильдию вступить. Тут цель была вступить в гильдию. А. А типа в гильдию может только ренегат вступить, что ли? Ну, Альянс не может, потому что мы орденская гильдия. Да. А, все понятно. А вообще ренегат какой-то, я не знаю, какой-то полупидер. Угу. Полупидер. Я всегда... Он не туда, он, блядь, и не туда, и не сюда. Вот какой-то такой он. Такая была задумка, да? Да, вот реально, полупидеров наделать. Я-то против... Я про ПВП никогда не думал, я же ради рейда всегда делал. Угу. Чтобы в рейд брали. Получается, меня может взять ордынский рейд и альянский рейд. Да. Да, да. Ну там
До хера как бы это. Там в Даларан, например, нельзя там вам подниматься. Только Нет, в можно в Лавке. клоаке сидеть. В Лавке можно. Там с Ну маской. да, чтобы подняться, да, нужно какая-то там что-то выпить, какое-то зелье. Маска там через трубу залетаешь. Я залетал там. И там, где, короче, этот Да. стоит тип, Ну, продает. я говорю, в клоаке сидеть. Клоака. А вы знаете, что такое клоака? Ну, клака, ну, с канализацией. Нет, ну Я еще вообще в мире, в смысле не в игре, а в мире я знаю, нашем, я знаю, что живом. такое. Я в школе учился, там, короче, в учебнике по биологии лягушка такая была, и у нее, короче, на заднем проходе такая стрелочка, и там подписано клоака, вот. Оттуда вылезал Джим Керри. Да, точно, еще Да, из клоак носорога вылетал. это задний проход Еще. млекопитающего. Наверное, у бактерий тоже есть клоак. У каких-нибудь там инфузорий. Нет, а может? Кулачка какая-нибудь маленькая. Клачка. Ой, а помните фильм был? Сейчас я вспоминать начну. Значит, называется «Эволюция». И там, короче, в конце там Да, чё? какой-то взрыв напалмом произошел, и там все эти животные из метеорита, которые расплодились, превратились в большую амебу такую огромную. И они ехали туда, короче, на этом на пожарной машине, и туда шампунь заправили в пожарку, короче, и этот негр, там, которого в ролике-то муху ему вытаскивали через задний проход. И он, короче, туда. Я, говорит, пойду этот на лестницу туда с шлангом и давай туда. Отомщу. Я, говорит, такого там натерпелся, говорит. Вообще, Представляю. фильм кайфовый вообще. Да, суперский. Мы маленькие были еще, не знаю, ну вот в 2000-х годах у нас видик появился. И мы вот этот спаун у нас была, вот эта кассета. Смотрели, вообще кайфово. Эволюция. Пойдемте это хотя бы, может, РБК. У меня вот надо мне 3 РБК Ну, пройти. давайте. Пошлите хотя бы. А кто хил, кто, короче? Ну, я танк. Я ДД. Я пока только ДД. Я Так хилам. вы хотите НРБК, да? Да. Окей, сейчас узнаем. Интересно, я не Войд. вайпнулся? Войд. Это ты, да? Войд Да. Бист. Без... Початок. Я початок. А еще знаешь что, Денис? Мне надо по БП, короче, 6 чуваков убить в открытом мире. Я могу ренегату убить? Я понял. Да? Меня уже хотят убить. Да, дай-ка я тебя 6 раз убью. Ну, потом. А куда это надо? Какое-то кладбище, чтобы рядом было, да? А там же время Да. еще на воскрешение какое-то. Наверное, будет. Да. Ну давай потом, сейчас мы 6 раз ходим. Ой, твой, 3 раза. РБК. Стойте, а мне же надо какой-то квест взять. Где эти квесты все берутся вот на РБК? А то я просто так сбегаю. Ну, у нас в Долоране, а у вас, наверное, в Португе. Блин, и где это? Я не знаю, Денис, объясни где. Капец, я не знаю. Когда я выучу эти... Что мы там хотим найти? Квест... Он хочет взять квест, который на отвагу. На А, я РБК, уже. короче. Испытание отвагой. Во-первых, он раздается. Так, давай, раздавай. Так. Я тебе могу раздать, знаешь, какой квест? Приключения Толгорода. А, нет, не могу. Финишная прямая я не могу. Я тебе Сейчас, ничего не секунду, могу. подойду. А мне там пиздюлей не дадут в этом, в РБК? Не, 277 не дадут. А ты кем пойдешь? Да, ДДшкой? Мишкой. А ты танком пойдешь? Да Что у нет. меня за восклицательные знаки стоят сейчас в этом? А, понятно. Вылетел Паня. В этом дискорде восклицательный знак стоит. Язык. Денис. А на каком языке мне говорить надо?
Дворфийский Всеобщий. или всеобщий? У тебя как есть всеобщий? Всеобщий, О, во-первых. вот такой вот есть. И видно? Да. Нам видно. А орденцам нужно орочень, конечно. Так. Вот, я вижу тебя, я альянс, я вижу. А что? Какой хил у нас будет? С Я пугов? пока не знаю. Нет, Саша будет. А Саша что-то восклицательный знак у него стоит. О, кристалл энергии. О, а где почтовые ящики? Ну-ка, у меня какое-то письмо пришло. По поиску сделаю почтовый ящик. Я сделал. Так, где он? Так. Вот он. А ты давно в Лувку не играл? Давно уже, сколько я? Ну, почти 2 года. Уже забыл все. О, я примерно так же в Вовку вернулась. Спустя 2 года. Блин, он хотя, что на нет, поверхности? Наверное, больше. А ты где? Ты на X10 играл? Я играл на X2, здесь играл. Потом а, на X2 бросил. Иди. На X4 играл, потом X4 бросил. Так, что делать? Куда идти? Это какой инст вообще? Это пещера времени. Поставьте на меня метку, я не помню, что тут делать. Тут надо мобов бить, наверное, Мы каких-то. Тебе сейчас все расскажем, не переживай, тут все легко. Я помню, с Простей как-то бегал тут. Мы сейчас бежим. Сейчас перед тобой будет чувак. Там надо его что-то с ним нужно поговорить. Взять, да, у него возьми эти штуки, поговори с ним, вот этот чувак. Так. Мне нужна упаковка зажигательных бомб. Все, забрал, бежим дальше. А что у нас розовый вагон из Дискорда вышел? Ты не знаю, ну там в другом Дискорде сидят они. А, давайте-ка. Денис, поставь или на себя метку, чтобы я это не потерялся. Я тут поеду. Да не переживай, не потеряешься ты. Я, в принципе, карту смотрю. Конечно. Ты здесь был уже? Ну, когда ну, играл? Вроде был, да. Ну, все, тут все то же самое. Ничего не поменял. Ничего, что я перенес? Не знаю. Ну. Кого перенес? Хорошо. Ну. Пару раз было. Я помню, что тут какие-то мобы, что-то бить кого-то надо. Кого-то агрить, кого-то не агрить. Нет, смотри, сейчас беги, на крышу прыгай. И вот здесь стой. Ну. Паня придет. Паня, ДДД, что ли? Да. А что это ДДД? Как это? Ты же обычно танчишь. Никогда такого не было. Че, спрыгивать? Да, прыгай. Все, да, прыгай вниз. И вот в этой комнате мобов забиваем. Так, кулачок будет? Да, еще сюда. Так, тебя пока не слышно. Не молчишь. У меня микрофон выключен. И теперь надо одновременно нажать на дырку. Угу. Где иллюзия в бочку? Одновременно, потому что таким образом придет босс. И теперь обычно люди садятся на маунтов и бегут, сломя голову, в крепость. Пока бой не начался, да, беги в крепость. Это нужно сделать для того, чтобы сейчас босс за нами побежит, и мы будем одновременно и босс убивать, и мобов вот этих.
Это просто, ну, экономит время, так удобно. Так-то можно сначала босса убить, потом пойдешь и моба бить. Ну, так удобно. Быстрее. Так, теперь нужно зайти в крепость, запустить драла и привести мобов. Обычно это танк ходит один, потому что, ну, ДД, чтобы там мешаться, неудобно там бить. Лучше танк там все сделает, драла запустит, сюда придет, и уже на улице бьем мобов. Ты не знаешь, куда идти? Пошли вместе. Тут трал где-то бегал, вот он. Сейчас придут, наверное. А кто за тралом сходил? Я сбегала. Я такая рассказываю. Ну, пускай на будущее знают, это хорошее дело. Но обычно хилы, честно говоря, за тралом бегают. Да? Да. А сколько раз ходила, всегда хилы бегают. Да ты чего? Наверное, просто ты обычно инициативу проявляешь. Так ты, мы вот сюда. Мы вот сюда ходим, всегда танк ходит. А нет, пока они босса бьют, хилы приагривают трэш, они босса добивают, спокойно запускаются, все, чтобы не тратить время. Ну, видишь, так еще быстрее. Я так не делала. Вот этот инс, к которому мы сейчас идем, он типа как бы топовый, потому что тут в конце инста падает... забыл, как он называется. Короче... Фрагмент ювелирного камня. Да, фрагмент ювелирного камня. Он, короче, дает тебе возможность сделать камень плюс 40. Ну, что тебе надо? Плюс 40 силы. СВД там, к выносливости. Вот, короче, вот эти вот инсты, ну, топовые. Это вот, вот, вот этот инст. Блин, за название не помню уже. Вот, вот, знаете? Побег из Стратхольма и Пещера Времени. Да, 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 да. Не Пещера Времени, а... Черная Топия. Да, черный топ, точно. Когда каждый день, да, вот мимо чего ты там ходишь, вот, ну, в обычной жизни, да, глаз замыливается. И иной раз так пытаешься вспомнить, так, а где это, что это, где это, и не можешь вспомнить. Вот то же самое. Босса можешь не водить. Да, здесь можно просто стоять. Если хороший хил. Если хороший хил, он. Да уж, где моя старая добрая ЦЛК? Ну сколько можно, конечно, фармить этот инст? О, знаешь что, вот эта ЦЛК, мы тут недавно сходили. Уж я не была в ЦЛК, мне кажется, лет 5. Мы ходили в ЦЛК 25 гер. И ты знаешь что, это как научиться на велосипеде ездить? Оказывается, я все помню.
Я ничего не забыла. Там просто не дают ничего даже подумать и мигом сносят всех боссов. Ну да, с таким Нет, ты чё, 25 гер, нифига. Привет, Расим. Привет, привет. Чё тут у вас интересного? Тут на рыбака бегаем. Обучают новичка. Но... Освежаем память, да. Хренаси. Помнить все. Вспомнить. Реально, да, вспомнить все. Ну, кстати, мы на леди маленько повайпались. Там, потому что эти духи не успеваешь убегать от них. Когда они взрываются. И маленько на профиль повайпали. Ладно, я пошел. Все быстро. Дальше. Ой, трава бьет. Ну ладно. Не успеет он меня убить. Я так. Я помню, как я учил людей от духов отбегать. На леди? Угу. И как? Ну, пока ГП не накидаешь, не научится. Там какой-то аддон был, точнее не аддон, а какая-то прога, что ли, что духи зеленые становятся. А так они, там куча анимаций разных, и они вот такие полупрозрачные, их ну, тяжело заметить да, с анимацией. Да, вот, вот поэтому и вайпы. Где покажи, как трэш собирать человеку? Вправо бежать надо? Не надо? Не надо. Сюда надо. Я не помню, сюда, в это. Подожди. Мне в домик надо идти, нет? Не-не-не, здесь подожди. Не надо. Ты сейчас сдохнешь. Я забыл. Нет, я не хочу. А там еще кучку одну не забрал дальше. Да-да, вперед, вперед, вперед. Вон ту, вон кучку надо сагрить. Право, право. Вот, да, вот это вот прямо, которая. Право запускаю. Да, он там сейчас пойдет, там еще один трэш появится, а мы еще этот не добили. Пойдем пока петушочком до них. Да. Иди трэш сюда. Пойдем. Говорит, ну только жопа ты не поворачивайся, что ты делаешь-то. Я понимаю, у мишки жопа жирная, конечно, но не настолько. Ай. Все, один. Давай потряс. Минус два. А, не спаслась, хорошо, не минус, повезло. Бабл рулит. Бабл камень лучше. Так, а что вы мне не говорите? Надо вот такую... А, тут дали же баф. Так, там еще сова. Из домика трэш приведи.
Сколько хп должно быть, чтобы не убивало в рейдах? Какие там сейчас ходят? У меня мало, наверное. 120 у Мишки. У-у-у. Под сотню у остальных танков. У тебя бафов не все еще бафы. У тебя нормально все? А, это приста бафа нет, в принципе. Может, под прожилками ты не умрешь, но агро ты не выдержишь. Ну да, надо одевать. Ну, тебе прям... За печеньками вперед. За печеньками, за сока тебе, и прям нормально будет. Не хочешь в поле пала спекнуться, а? Кто? Ты. А у меня нету, я только-только его собираю. У меня так, немножко... ну ладно. У меня сколько? 267, что ли, сейчас. Холи пал. Ладно, хорошо. Я же вот недавно начала играть тоже. Да, и... да, просто они очень часто в ФГ проскакивают, по-моему, твой, если не ошибаюсь. Ну, недавно сколько, блин, Пань, сколько, напомню, не, не помню. Мне кажется, полгодика где-то, может, поменьше, да? Ну, до этого, конечно, давно тебя не видел. Короче, где-то месяца, наверное, 3-4. Но я вот в гильдию недавно купила в нормальную. Потому что мне некогда, я молодая мама. Ник очень знакома, очень часто в ЛФК видела. Ты, наверное, меня с X10 помнишь. Или, может быть, есть оригинальная Ольга. Или, может, есть оригинальная Ольга. Нет, нет, оригинальной Ольги нет. Оригинальная Ольга у моего бывшего. Ник очень запомнился, потому что запоминающий, так скажем. Ну, то есть X10, наверное. На X10 играла, нет? Да, возможно, но... Оттуда. Ну, я же говорю, месяца, наверное, где-то 3-4 уже прям вот так вот на постоянке играю. Но в гильдию вступила нормально прям вот недавно. То есть у меня не было, короче, возможности прям хорошо одеться. Вот сейчас буду одеваться. Ну, блин, на печеньке, в ЗЕ, сока, там очередь, и я вообще, блин. Собираем с одним анролом. Можешь с нами ходить. Если повезет, сразу. Ну, она альянс. Во-первых, я альянс. А, ты не альянс. Да. Ну, ладно. Да, я альянс. Во-вторых, у нас в гильдии это наказывается, если КД вешаешь. А, вот, я поняла. Вы только вы закрываете сами гильдию это все, да? Да, да. Все, я поняла, да. Там вот очередь огромная. Ну, Т6, да, понятно, да. Там очереди нету, а вот на заисруках вообще это пиздец. Это самое печальное, на Т6 очереди нет, а на печеньке дофига. Да-да. В принципе, Голдран еще надо... как вариант. Сейчас печеньки надо... сильно упали. Надо звание, короче, есть там... Ой, блять, до сих пор не могу запомнить. Короче, несколько званий. У тебя есть приоритет, если ты там в основном статике, если ты не в основном статике, то ты можешь сварить эту печеньку только если в основном статике никому не надо. И то эту печеньку ты там ролишь этим аукционом. Там так, печеньки, кажется, печеньки вообще под сотню ЕП стоят. Такой гильдии, кстати, не видела ни разу. Что вы закрываете? Так же, как мы, скорее всего. Я посмотрел так. Да? Ну да, ЗС, Сока, Хиджал, трех боссов в Черном храме. Не, нормальная гильдия, хорошая. Она мне, эта гильдия мне очень подходит. Она, короче, там в основном ребята с Дальнего Востока. У них там от меня плюс 7 часов. У них, короче, вечер. Вот у них РТ вечером по их времени. А по моему времени в обед. У меня как раз мелкий в обед спит. А, и я могу на РТ ходить, да. Я вот не могу ходить, чтобы вот в мой вечер, вот у меня 7 часов по Москве, я не могу ходить. Это за хилки выскакивают время от времени, я понять не могу.
что так захиливается? И хилка посреди экрана выскакивает на 113 тысяч. Я не могу понять, откуда она. Нифига себе. Ну, не знаю. Я тоже это... не могу понять. Это точно. Вот 113-790. Ого. Это чья-то из вас. Не моя точно. Нифига себе, на 113 тысяч. Ну, просто она выскакивает, как какая-то ходка или что-то вроде этого. Так надо обыскать. Обыскал? Угу. У меня таких хилок в принципе нет.